Всем привет! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов Grand Star True. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами карнавальный костюм для взрослых. Это костюм шляпника из «Алиса в стране чудес». Костюм для взрослого. Вот так вот выглядит в запечатанном виде. Индивидуальная полиэтиленовая упаковочка, которая на молнии. Очень удобно расстегивается. Упаковочка может быть также немножечко другой. В товаре у нас визитка интернет-магазина. И давайте посмотрим, как выглядит костюм шляпника, из чего он состоит. В нашем интернет-магазине вы сможете найти как детские, так и взрослые костюмы шляпников. Сегодня мы рассмотрим взрослые. Вот такая вот большая шляпа, посмотрите. Вот так вот выглядит она. Плотная такая, темно-коричневого цвета. Внутри у нас подкладка идет. Шляпа универсального размера. Одевается абсолютно на любую взрослую голову. Вот такая высокая она. Вот можете посмотреть, как красиво смотрится. Мягкий такой велюр. Такая вот шляпа у нас. Далее в комплект у нас входит вот такая вот бабочка. Она застегивается сзади на пуговичку. Вот можете посмотреть по шее. Вот, посмотрите, какие красивые цвета. Атласный идет салатовый цвет. И это просто у нас обычная такая ткань. Вот такой вот яркий бантик у нас. Далее в комплект у нас входит камзол темно-зеленого цвета, камзол с фиолетовой подкладкой. Вот можете посмотреть, внутри у нас фиолетовая подкладка. Сверху у нас темно-зеленая ткань. Рукава у нас из серо-блестящей ткани. Внизу такие как бы кружавчики идут белые. Также у нас воротничок такой идет из такого же материала серебристого цвета, светлый с темным цветом, серый, и все блестит, переливается. Длинный рукавчик, сзади просто обычный прямой покрой у нас, и как у кобуры у нас здесь такое расклешение небольшое идет. Вот так вот это выглядит сзади. Здесь пуговички у нас идут, посмотрите, вот такие три замечательных серебристых пуговички. Можете посмотреть на одной и на втором рукаве абсолютно так же. Помимо камзола у нас в комплект входит жилетка. Вот такая вот жилетка. С одной стороны она клетчатая и идет на кнопочках. Можете расстегивать. Внутри у нас атласная подкладка белая. Без рукавов идет. Сзади у нас атлас и хлястик такой. Как пояс можно назвать. Такая вот красивая жилетка. В комплект также входят штаны. Вот такие вот черные полосатые штаны. Штаны на резинке тянутся по талии. Внизу здесь вставлена такая небольшая проволока. То есть они вот так вот клешем идут, штанишки. И такие довольно объемные, большие, то есть широкие получаются. Такие штаны, черные, белую полоску. Также у нас здесь, можете посмотреть, вот такие вот набор ниточек. Уже они вместе идут с веревочкой, они все одеты. Вот так вот это выглядит. Ниток здесь много. Вот можно сосчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 у нас ниточек здесь. Все разного цвета. Можете посмотреть. Разноцветные, цветные. Так вот красиво выглядят. И здесь еще у нас в комплект входят вот такие вот гетры. Вот посмотрите, как гольфики можно назвать. На резиночке тянутся, и внизу они, ну, как обычные ритузы такие одеваются. Вот можете посмотреть, цветные, полосатые цветные, то есть под штанишки, потому что штанишки внизу расклешенные. Вот полностью набор шляпника. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru.